Я – обыкновенный персонаж романа, созданного писателем. Лично я верю в него, в писателя. Другие – в создателя, автора, творца, литератора. Я считаю, что все веры хороши по-своему, и веру каждого персонажа надо уважать. Главное, чтобы она была – вера. Без веры многие персонажи скучны и вызывают сочувствие. Например, они думают, что после окончания романа ничего уже не будет. Они так думают, но доказать ничего не могут. Собственно, считается, что доказательств существования писателя тоже нет. А я считаю, что всему можно найти доказательства. Откуда взялось утверждение, что в мире существует не один роман, а несколько, а может и бесконечное множество? Что персонажи – это не только бумага, краска и клей? Что в нас живет писатель, а мы существуем в читателях? Я твердо убежден, что во сне мы пребываем в мыслях наших ангелов, читателей и поклонников. И именно в их мир мы все переносимся после окончания романа, то есть после смерти. А раз так, то во сне можно увидеть писателя и даже связаться с ним. И неправда, что писатель нас не слышит в наших молитвах. Слышит. Я берусь не только проверить это, но и доказать. Один чудаковатый, но очень мудрый персонаж однажды заявил, что писателей много, как и читателей и поклонников. И как бы мы их ни называли, все они – большая каста людей. А мы созданы по образу и подобию людей. И якобы до нас ничего не было, а люди были всегда. И писатель создал наш роман из ничего за несколько дней. Сначала была идея. Потом она воплотилась в книгу, состоящую из обложки и пачки бумажных листов внутри. На листах с помощью краски проявлены мысли писателя в виде очень сложного сочетания так называемых графических символов, букв, слов и строчек. Из энергии, рождаемых при взаимодействии символов, сотканы персонажи и весь наш мир, имя которому – роман. Я разделяю такую гипотезу. Самая моя большая мечта – увидеть писателя. Мысли о нем не дают мне покоя. Где он? Какой он? Если мы созданы по образу и подобию его, значит, он похож на нас? У меня была подруга. Я любил ее и люблю поныне. Она жила рядом со мной со 131 по 170 страницу романа, а потом внезапно пропала. Что с ней случилось? Ушла в другие миры? Я верю в их существование. Эту веру подкрепляют мои сны, в которых иногда совершаются самые чудесные мечты. Подруга приходит ко мне, и мы общаемся, но на вопрос «Где ты сейчас, любимая?» я всякий раз ответа не получаю. Странно. Однако я убежден, что однажды мы встретимся наяву. Эту уверенность придает мне моя любовь. Вчера была перевернута 209-я страница. Сколько мне еще осталось? На все воля писателя. А есть в мире место для моей собственной воли? Если есть, то в чем она состоит? Думаю, в том, чтобы суметь найти писателя и получить от него ответы на все мучающие меня вопросы. Как-то раз я вдруг подумал, что наш мир очень примитивен. Все предопределено писателем, и свободы выбора практически нет. Некоторые иллюзии относительно свобод дают нам эманации читателей, фантазирующих по ходу повествования. Мне грезились куда более сложные миры. Однажды привиделось во сне, что я не персонаж, а участник какого-то грандиозного соревнования. Это был удивительный мир. Кажется, он именовался компьютерной игрой. И там, конечно, был свой писатель. Участники игры называли его программистом. Он проявлял себя ежесекундно и активно участвовал во всех делах игроков. Так назывались жители того мира.
Игроки распоряжались своей судьбой по собственному усмотрению. Им была предоставлена полная свобода выбора. Ангелы-читатели. Они одухотворяют наше бытие своим участием и вниманием. Они касаются наших тел, ходят по нашей земле мягкими пальцами, окропляют нас слезами грусти, радости и смеха. Когда мы бодрствуем, то часто слышим их дыхание и биение сердец. Тогда наша жизнь наполняется особым светом и смыслом. Мы проживаем много жизней и всякий раз проживаем их по-разному. Как именно? Это зависит от ангела, который сопровождает нас в очередном воплощении. А еще говорят, череда жизни может не единожды повториться в совершенно новой плоти. Это когда писатель переиздает книгу. Зачем он так делает, мы не знаем, лишь можем догадываться. Наверное, это задумано для того, чтобы мы лучше познали окружающий нас мир и совершенствовались в своем развитии. В любом случае, это делается ради нас, его детей. Если однажды мы достигнем абсолютного совершенства, то попадем в рай. Процесс перехода в рай ученые называют разными мудреными словами. Лично я слышал загадочное слово «экранизация». Считается, что в раю мы обретаем новую и более сложную оболочку, благодаря которой становимся полулюдьми и можем напрямую контактировать со своим писателем. Как это, наверное, здорово, общаться почти на равных со своим писателем. Но если есть рай, где-то существует и ад. Кое-кто из персонажей поговаривает о том, что если мы не оправдаем надежд писателя, он сожжет наш мир. Предаст его жителей забвению и наступит ад. Я старался не думать о таких грустных вещах и пребывал в твердой уверенности, что оправдаю надежды нашего писателя. Одновременно я понимал, что один в поле не воин, мне нужны единомышленники, чтобы преобразовать роман, сделать его наполненным любовью ангелов-читателей. Рай и ад. Вообще, мне думается, это очень упрощенная модель нашего мироздания. В моих фантазиях я видел рай как очень многомерное пространство, где писатели, читатели и персонажи предстают в совершенно немыслимых формах и телах, содержащих не только бумагу, краски, клей и мысли, но и сложную саморазвивающуюся ткань. Эта совершенно живая ткань пронизывает своими тончайшими волокнами и узелками весь райский мир, абсолютно все, что есть в нем сущего. И конца этому миру нет. Как нет и начала. Это трудно представить, но можно поверить. Не берусь судить других, лично я верю. Один знакомый прорицатель, не знаю, как относиться к его словам, утверждает, что видит всю книгу от начала до конца. Так вот, самое таинственное, он говорит, находится на ее последней странице. Много непонятных символов, цифр и сокращенных слов, и в их числе есть строчка, которая буквально гласит «Тираж 15 тысяч экземпляров». Прорицатель утверждает, что это число двойников каждого персонажа. Если у меня столько двойников, значит должна быть связь между ними, ведь мы объединены одним писателем. В своих снах я часто слышу мысли читателей, летаю в их удивительном и волшебном мире, я даже ощущаю, как читатели обсуждают меня. И вот однажды я узнал, что мой ангел разговаривал по какой-то волшебной связи с другим ангелом-читателем, находящимся от него на расстоянии, превышающем ширину самой длинной строчки моей книги в миллион раз. Мой ангел в том разговоре восторженно объявил, что узнал в одном из персонажей романа, а именно во мне, своего собеседника. Его он назвал моим прототипом и настоял, чтобы тот обязательно погрузился в мир нашей книги. Он сказал: «Купи эту книгу обязательно». Пообщавшись со знатоками и прорицателями, я понял, что прототип – это человек, конкретный ангел, по образу и подобию которого писатель создал меня.
Странно только, что ангел-прототип раньше не знал обо мне, и пришла мысль как озарение. О, если бы мне удалось проникнуть в сон моего ангела-прототипа, то я бы приблизился к заветной мечте – встрече с писателем. И я приступил к реализации своего плана. А он был таков. Найти сначала способ связи со своим двойником, живущим в книге, которую купит мой прототип, и уже потом просить его о встрече с писателем. Это была нелепая идея. Бывает, загоришься чем-то, кажется, все по плечу, а проходит время, остается горькое разочарование. Я бессильно пытался представить своего двойника и всех двойников сразу, и пытался перенестись из одной книги в другую в пределах великого тиража, но задача казалась невыполнимой. Прорицатели и мудрецы считали меня сумасшедшим. Неужели никому из них не приходила в голову мысль покинуть наш мир, заглянуть в другой, подобный, попробовать перемещаться по тиражу? Конечно, я и сам понимал, что если такое возможно, то как отыскать среди 15 тысяч миров тот единственный, который обласкан присутствием моего уникального ангела-прототипа? «Хорошо», – размышлял я. «Предположим, нашелся способ перемещения по мирам книгам. Удалось найти книгу, которую держит в своих руках мой прототип. Но как будет выглядеть наличие в одном романе двух двойников? Не нарушит ли это основополагающих законов нашего мира? Не приведет ли к нарушению причинно-следственных связей глобальной катастрофе? К тому же получается, что из своей родной книги я должен буду исчезнуть». Опасная и непредсказуемая затея. А если сделать по-другому? Войти в контакт с моим теперешним ангелом и попросить его, чтобы мой мир посетил ангел-прототип. И не надо ему будет покупать другую книгу. Как это может произойти? Наверное, как-то может. Ладно, им, ангелам, виднее. Они сами решат. Мне же оставалось сосредоточиться на поиске способа контакта с ангелом нашего мира. Вот бы получилось. А там посмотрим. Каждый раз, когда очередную страницу трогали пальцы нашего ангела-читателя, я изо всех сил напрягался, чтобы он меня услышал. Я взывал к нему, умолял обратить на меня особое внимание, задержаться в раздумьях обо мне и не торопиться переворачивать лист. Ночью я, не боясь оказаться чересчур назойливым, давал себе установку именно на такие сны, чтобы они совпадали с мыслями читателя. Я старался как мог, опасаясь лишь одного – не успеть. А вдруг моя история кончится раньше срока? Я не мог знать, сколько мне осталось, а спрашивать об этом прорицателя страшился. Только бы прожить подольше и успеть добраться до писателя еще при жизни. И вот однажды мои молитвы и терпение дали плоды. Мой читатель вновь связался со своим другом, ангелом-прототипом, и сказал, что в истории персонажа есть серьезное упущение, в то время как в жизни прототипа все выглядело несколько иначе, лучше, чем в романе, отчего проигрывала вся книга. Да, так он и сказал. Книга сильно проигрывает. Это пугало. Что сие могло означать? Конец мира? А самое главное было дальше. Я уже с трудом удерживался в мыслях ангела, но прежде чем выйти из них, успел услышать заветную фразу. Надо связаться с автором и предложить поправку. Трудно описать мое состояние. За мой мир, за меня хлопотал ангел перед самим писателем. Значит, в мою судьбу может вмешаться он. Честно признаюсь, я и сам не был доволен своей судьбой. Я даже догадывался, что в ней можно изменить, чтобы я был по-настоящему счастлив. Мне нужно было вернуть подругу. Я страдал без нее. Мне не хотелось жить в этом мире, который она покинула. В романе мне не было места без любви. Мысленно я поблагодарил ангела и принялся ждать. И однажды понял, что нет ничего более тягостного, чем ожидание. Вновь появились страхи. А вдруг не успею? А вдруг не доживу, и последняя страница с моим участием однажды окажется перевернутой? Книга по-прежнему останется существовать. Все ее персонажи
радоваться жизни. Возможно, появится и подруга. Но все это будет уже без меня. Я испугался. В мучительном отчаянии я опять пытался проникнуть в мысли и сны своего ангела и молил его поторопить писателя. Мне удалось это намного легче, чем в первый раз. И ангел заговорил со мной. Наш разговор выглядел так. Прототип общался с автором твоей книги. Он рассказал ему свою историю. Автор очень заинтересовался ею и признал, что целиком выдумал своего персонажа, даже не догадываясь о существовании прототипа с его удивительной историей. Он согласился, что книгу надо переписать. Но это получится уже другая книга. И называться она будет по-другому. Но главное, что в ней будет один из персонажей, полностью соответствующий своему прототипу. «А как же я? Как же моя книга? Как же моя любовь?» – спрашивал я. «А тебе придется прожить свою жизнь до конца, смирившись с судьбой. В следующей своей жизни ты встретишься со своей любимой подругой и будешь счастлив. В следующей, но не в этой. Тем не менее, печалиться не стоит, ты прожил свою жизнь не зря. Ты смог осознать свое несовершенство и был достаточно настойчив в своем стремлении встретиться с писателем. Считай, что эта встреча состоялась. Он услышал твои молитвы, проявил истинную писательскую любовь и теперь примет тебя в свое новое царство». С этой парой мне хоть и было немного грустно, но жизнь приобрела иные краски и высший смысл. Я знал, что писатель со мной, что он думает и заботится обо мне. Это было настоящим счастьем. Теперь я по-другому смотрел на мир и на персонажей нашего романа. Пришло понимание, что каждый может изменить свою судьбу к лучшему, если будет целеустремлен. Что на книге жизнь не прекращается, что своими стараниями каждый персонаж может помочь писателю усовершенствовать книгу. Оказывается, не только писатель влияет на нас, но и мы на писателя. Наверное, в этом смысл нашего существования. Я стал проповедовать эту мысль другим, поскольку видел выход в сплочении и объединении вокруг веры в писателя. Кто-то не понимал меня, считал сумасбродом, другие прислушивались к моим словам и уверяли, что иногда тоже думали об этом, но боялись признаться вслух. Постепенно молва обо мне и моих единомышленниках, кто верил в писателя, облетела всю книгу. Авторитет наш быстро рос, и многие стали замечать, что мир меняется. Книгу стали посещать другие ангелы. Все чаще страниц книги касались пальцы новых и новых читателей. А вихри благодатных ангельских мыслей стали настолько очевидными, что их присутствие в нашем мире уже не оставалось незамеченным кем-либо из персонажей. Я все чаще слышал во снах восторженные возгласы ангелов в адрес нашего мира. Некоторые слова оставались непонятными, но несли в себе какой-то положительный заряд. Бестселлер, популярный роман, дополнительные тиражи, рост продаж, литературная премия и много-много других слов ласкали слух и вызывали гордость за наш мир и каждого персонажа, чтившего своего писателя. А потом я умер. Вот что удивительно. Несмотря на то, что я отчетливо видел свою последнюю страницу, 318-ю, видел, как она была однажды перевернута, я продолжал слышать голоса ангелов, которые обсуждали меня. Моей истории продолжали живо интересоваться и возвращались к началу книги вновь и вновь. Я всякий раз возрождался, умирал и снова возрождался. Меня уже не пугала смерть. Она перестала быть каким-то фатальным концом. Теперь она лишь приятно волновала меня, поскольку очередное рождение вызывало трепетное предвосхищение чего-то нового. Новых обсуждений и фантазий ангелов. Я слышал, как они активно общались с писателем. Я научился видеть новые миры, которые назывались форумами. Там я проживал отдельные фрагменты своей жизни бесконечное число раз, с разными вариациями судьбы. И понял однажды, что жизнь не только бесконечна, а смерти вообще нет, но и бесконечное число проявлений отдельной жизни персонажа.
Уникальные версии порождались ангелами-читателями, ангелами-поклонниками, ангелами-критиками и ангелами-рецензентами. А были ведь еще и комментаторы, фанаты и даже ангелы, создающие целые миры, куда расселялись все персонажи нашей книги, но уже в других оболочках. Цифровых книгах, рисованных, фотографических и анимированных иллюстрациях. Каких только новых слов мне не пришлось услышать. Постепенно я постигал их смысл, поскольку внимательно следил за общением ангелов самых разных иерархий и групп. Я не могу припомнить точно, когда ко мне пришло осознание, что существует глобальный фантастический мир под названием Интернет. Произошло это не сразу, а растянулось во времени на довольно продолжительный срок. И слава писателю, если бы я узнал об интернете сразу, то, наверное, сошел бы с ума. Что писатель не делает, все к лучшему. Я чувствую на себе его защиту, заботу и любовь. Так вот, этот самый интернет есть некое безграничное пространство, в котором размещается разум всех ангелов и писателей. Так я думал до недавнего времени. Пока не узнал, что мой мир, мою книгу, ангелы решили экранизировать. Я смеялся и плакал, я сходил с ума от счастья, я днем и ночью благодарил писателей и всех ангелов, встречаясь в самых разных мирах со своими персонажами, ставшими роднее, чем были когда-то в книге, я видел ликование и радость на их лицах. Мы чувствовали себя избранными. Избранными писателем для великого перехода в рай. И этим переходом была экранизация. Когда это началось, мне стало трудно воспринимать мир прежними способами. Иногда становилось страшно вплоть до панического ужаса. Я боялся, что не смогу принять новую действительность. Но мудрый писатель дал нам всем время привыкнуть. Однажды жители романа поселили в новом мире, который теперь назывался «Сценарий». Это был хоть и переходный, но привычный мир, знакомый по книге. Похожие краски, бумага и клей. Тем не менее, многое выглядело иначе. Отдельные персонажи были сильно изменены, кого-то мы не досчитались, но вместо выбывших появились новые, ранее незнакомые нам. Мы рождались и проживали отчасти прежнюю, отчасти совершенно новую жизнь. И, о счастье, со мной была моя подруга, еще более красивая и любимая. Ангел, посещавший сценарий, оказывается, являлся актером, в кого мне предстояло воплотиться. Когда я это понял, сердце мое затрепетало. Теперь я точно знал, что окажусь в настоящем раю, в новом теле. Теле актера. Рай. Каков он будет? Какие новые возможности подарит он мне? Как я встречусь с писателем? Именно этот вопрос больше других будоражил мое существо. Моя новая жизнь в сценарии была недолгой, не такой долгой, как в книге, а затем на мою долю выпали столь жуткие испытания, что в определенный момент я начал бояться и экранизации, и рая. И воплощение в актере. Как в кошмарном сне, когда ты не в силах управлять своим телом, судьбой, когда ты лишаешься права выбора и попадаешь во власть злого рока, какие-то непреодолимые силы вырывали меня из привычного мира, меняли мою внешность, тело, возвращали обратно. И тут же подвергали новым пыткам. Тогда я вспомнил про ад и решил, что оказался в нем. Мой разум не мог так быстро осмысливать свалившиеся на меня незнакомые реальности. Я ничего не понимал, а только страдал и молил писателя, чтобы все как можно скорее прекратилось. Мне хотелось впасть в небытие навсегда. Только потом я узнал, что тому было страшное название. Репетиционный период. Я и не думал, что люди, а я все чаще использовал именно это слово для обозначения ангелов, могут быть злыми, нетерпимыми, плаксивыми, слабыми, завистливыми, алчными, жестокими и трусливыми. Если люди населяют рай, я не хотел бы там жить.
Но персонаж привыкает ко всему. Наверное, писатель специально создал его таким. Человек терпел и нам велел. Привык терпеть и я. А со временем я включился в этот безобразный репетиционный процесс, научился легко проникать в мысли разных людей, участников процесса, и уже с интересом обнаруживал, что они делятся на разные категории – продюсеров, режиссеров, консультантов, художников, аниматоров, операторов, актеров, каскадеров и так далее. Я нашел забавным наблюдать за их поведением и мыслями. Кто-то мне нравился, кто-то нет. Конечно же, больше всего мне полюбился мой актер. Не знаю почему. Наверное, потому что мне несравненно чаще приходилось слышать его мысли. А через них я знакомился с его жизнью в раю. Актер разговаривал со мной как с равным. От главного режиссера и других людей я часто слышал, что мой актер один из самых талантливых и популярных. И еще я знал, что его выбирал сам писатель. Вот только писателя среди людей я до сих пор не видел. Хотя о нем с благоговением говорили многие, многие, но не все. И это меня пугало. Как можно плохо говорить о писателе? Это же кощунство! Как бы трудно мне ни было, экранизация состоялась. В результате появился новый мир, который я даже в самых бурных своих фантазиях не мог представить. Это был фильм. Он носил такое же название, как и моя книга – роман. И нам всем персонажам довелось прожить новую жизнь, именуемую кино. Я уже говорил, что перестал бояться смерти. В кино я не стал ее бояться вновь. Нет, я стал видеть ее иначе. Теперь жизнь называлась демонстрацией фильма, а нескончаемая череда жизней – прокатом фильма. Каких только впечатлений мне не пришлось испытать. Кадры на пленке, оцифрованные пространства в разных упаковках и на разных носителях, большие и маленькие экраны, миллионы зрителей, говорящих на разных языках, как и мы, персонажи. Презентации, обсуждения, критика, награды, пиратские копирования – мир таинственных и светлых ангелов теперь превратился в многоликий и уродливый в своей массе мир людей. Неужели это и был рай? Я пребывал в каком-то сюрреалистическом бреду. Не утрачивая связи с родной книгой, я одновременно жил в таком количестве миров, что достоверно определить, какой из них наиболее реальный, не представлялось возможным. Да и был ли по-настоящему реальным хоть один из них? Я по-прежнему находился в прочном союзе со своим актером, который, как оказалось, умудрялся поддерживать контакты с другими персонажами из разных книг и сценариев. Сначала я сильно ревновал, потом привык и понял, что это плохое чувство, недостойно меня. Моя мечта встретиться с писателем постепенно утрачивала былое значение. Я понял, что писатель такой же человек, как и другие. А я человеком так и не стал. Может, оно и к лучшему. Вместо этого я превратился в бессмертного персонажа с множеством оболочек тел. Со мной была подруга и наша вечная любовь. Я мог бы считать себя счастливым. Мог бы. Даже полностью утратив мечту о встрече с писателем. Но поиски свои я упрямо продолжал, и мечте был верен. Позади осталось много жизней и перевернутых страниц, когда мне удалось подслушать мысли одного человека, разговаривающего с актером. Первым потрясением стало известие, что, оказывается, автором сценария был вовсе не мой писатель, а какие-то другие люди. Как они посмели завладеть его могущественными секретами? Имели ли на то право? Увы, я не знал ответов. Но другая новость, страшная, затмила собой первую, а вместе с ней все миры, в которых я успел побывать. Можно ли осознать нечто, во что разум отказывался верить? Мне хотелось умереть от того, что я услышал. Мой писатель... Всемогущий автор, великий литератор, создатель всего сущего, скоропостижно скончался. Это случилось во время очередного проката нашего фильма. Не выдержало сердце.
У писателя тоже было сердце. Большое, доброе, любящее, но смертное. Горе, какое горе! Теперь я знал, что все люди, оказывается, смертны. Я буду всегда помнить тебя и останусь верен тебе, мой писатель. Поддержка всех персонажей нашей книги, вера их в то, что я сделал невозможное, сплотив жителей книги вокруг своей веры в писателя и тем самым изменив роман, укрепляла меня. Да, по великому замыслу писателя случилось так, что именно я помог своим собратьям стать бессмертными и приблизиться к людям на расстоянии вытянутой руки. Это придавало мне сил, хоть я и не был подвержен гордыне. Все считали меня любимцем писателя, а некоторые даже его сыном. Мне было неловко от этого и грустно. Ведь я никому не говорил о страшном событии. А если бы и сказал, никто не поверил. Ведь присутствие писателя по-прежнему чувствовали все. Я тоже чувствовал и не мог смириться с его смертью. Во имя писателя, во имя всех людей, во имя книги и ее персонажей я сделаю невозможное. Я верну тебя к жизни, мой писатель. Клянусь. Уже не одна захлопнулась книга, и ни один тираж успел истлеть от времени. Я познал много миров. Я научился перемещаться по великим тиражам не только нашей родной книги, но и других творений человеческих. Я научился мыслить как человек, хотя так и не стал им. Но я и не стремился к этому. Моя признательность писателю за то, что он создал нас такими, как есть, безмерная любовь к нему, освобождали меня от гордыни, тщеславия и зависти. С некоторых пор я нахожусь во власти новой и великой мечты. Мне удалось узнать величайшую тайну. Эта тайна заключается в том, что над людьми существует свой автор, которого они называют Богом. И он является воистину бессмертным, вездесущим. Люди верят в него, молятся ему, но не всегда понимают, насколько он доступен, всемогущ и милосерден. Он создал все существующие миры, он всегда где-то совсем рядом, и ему подвластно абсолютно все. А раз так, значит, он сможет воскресить писателя, как воскресил когда-то своего сына, посланного людям, чтобы спасти их от духовной слепоты. И я решил разыскать Бога.